Любой ивановец может почувствовать себя в качестве дорожного инспектора. Достаточно, став свидетелем нарушения ПДД, зафиксировать его на камеру мобильного телефона и прикрепить видео на сайт госавтоинспекции. По закону любое такое обращение должно быть отработано, а виновный по возможности наказан. Обращения принимаются как от пешеходов, так и от автолюбителей. По закону совершенно не важно, кто нарушение правил углядел. В письме, которое гражданин отправляет в ГИБДД, необходимо указать свои персональные данные. Фамилию, имя, отчество, адрес, электронную почту и телефон для связи. Также обязательно указать подробные обстоятельства правонарушения, особенно место и время нарушения. Далее прикрепить фото и видео, файл самого нарушения. И в итоге ждать ответ в установленные законом сроки. Бдительному гражданину, обратившемуся в ГИБДД, обязательно нужно будет прийти в госавтоинспекцию и показания свои подтвердить. В этом случае с большей вероятностью удастся привлечь виновного к ответственности. Много времени, отмечают сотрудники службы, это не займет. Самые частые нарушения, которые фиксируют не инспекторы, а другие участники движения, это выезд на встречку, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил стоянки и остановки, непредоставление преимущества в движении. За 9 месяцев 2017 года на сайт госавтоинспекции поступило почти 500 обращений граждан с просьбой о привлечении нарушителей к ответственности. Более чем в половине случаев нарушители были выявлены и привлечены к ответственности. Чтобы виновный был наказан, заявителю нужно правильно все оформить. Обязательно проверить, верная ли дата и время указаны на фото и видеодоказательствах. Понятно ли, где конкретно были нарушены правила. Стоит отметить, сотрудники госавтоинспекции проверяют каждый случай автохамства, выложенный в социальных сетях и на информационных ресурсах. Нарушители, берегитесь. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.